Внимание, мостовой, удар, и вот первый мяч. Вот удар, тоже. Гол! Гол мостового! И гол! И мостовой головой сколачивает мяч, да! Двукратный чемпион Союза, победитель Кубка Португалии, четырежды участвовавший в международных первенствах, или просто мостовой. Википедия тайм, я знаю. Помогать ему будут непродаваемые Менди и Рената Санчеш. Сегодня мне нужна хорошая команда. Мостовой был лидером Сельты, поэтому игрок Сельты необходим. Гудыбнем я, Гаспас. Ой, как я хочу оценить будущего обладателя ЗМ. Рената грустно, поэтому я призываю Лион из ПСЖ. Бедная инди-компания eSport снова не может починить свои сервера. И для красоты покупаю французиков в серии А. Надеюсь, Погба не сломается в первом матче. А кто еще, собственно? И самое главное, если я проиграю, то квикну карту мостового. Матч номер один. Ну, на сегодня противостояние героев. Да ну, да нет, нет. What the fuck is this? Да вы чё шутите, блин, а? Так, хорошо, мостовой отыграл на Погбу. Надо забивать или пройти хотя бы, может быть. Вот так вот. Прошел и нахотить на бензу, бензума, деньги давай. А где мостовой? А мостовой-то вот здесь, оказывается, 2-0. Алессандро мостовой, Калулуша, мостовой, ну-ка обратно катни. А может быть выбежит мостовой, мостовоша. Хорошо, вот так, 27-я, 3-0, можно выйти. Ничего не вижу, открой глаз. Кстати, празднование не дали, почему? Так, спокойно, спокойно, чуваки, Бензема еще на перехвате, хорошо. И мостовой даже в отборе сыграл. Что вы делаете, ребята? Просто хоккеище. Дайте отпраздновать гол. Слушайте, я сейчас нажал на кнопку, игра мне просто не дает праздновать за мостового. Что за хрень? Ну я, конечно, бы вышел. Камбэк пошел. Мостовой забивает 4. Кажется, камбэк не дошел. Еще гол от мостового. И мне опять не дают подпраздновать. Какого хрена? На секундочку, мост сделал пентатрик. А мостовой-то пробьет издали и забьет, ни хрена себе. Что это было? Мостовой дальше. Слушайте, ну слушайте, что творим-то? Что творим, мостовой? Голевую отдашь? А это Яго. Так, мост. О, Бензема на скорости, надо забить. Это Бензема, это лучший игрок мира. Ну-ка повтори, что ты сказал? Опять нет, почему вы не даете мне отпраздновать? Я нажимаю на кнопки. Ага. Вот так даже, да? О, да, вот это пас. Так, мост. Замечательно. И давай-ка лонгшот. Слушай, если не водится, мост вполне себе неплох. Не, а где анимация? Алло, гипермоушен? Да вы серьезно? Нет, нет, понимаете, здесь пас был четко в защитника. Ну это великий Шамуродов, чё я бомблю? Капец, вот это дырень просто. Просто невероятная дырень. Не смотри, что происходит. И опять, у меня никакого блока нет. Игра я тоже весьма убога в защите. И опять великий Шамуродов. Мостовой, ты чего спишь-то? Алло! Ну это гол. Ну это просто разыграли по хоккейну. И что, будет праздновать? Опять нет празднования. Да сколько? Fuck you, kid. Так, Бенс. Бенс вкатывает, здесь надо решать. Мостовой. Он подозрительно неплохо, я скажу вам. Это такое ощущение, что у меня на секундочку отключили гипермоушен, а сейчас опять включили. Help me. Да что ты серьезно? О, нет! Oh, shit. Что ты творишь, Шамуродов? Ты чё, блин? Ну, здесь уходим сам на самый. Может быть, Яго Аспаста забьет вот это гол. Ну, слушайте, вот это красиво. И опять не отпраздновал. Классно. No. О, вот это пасец. Ну, это надо бы раскатывать. Раскатывать такое надо. Очередной хоккейчик, и мостовой снова лучший игрок матча. Я честно, я не знаю, как это получается. Hello there. О, как Аспас прошел, как красиво-то. И здесь мостовой просто накрутил. Ну это ж, что он делает? Я вот смотрю, я охреневаю, честно. Вот, это ненормально, это абсолютно ненормально. Это что за... Ох ты! Ну тут меня раскатали. Fortnite? Мостовой обратно. Бензема. Ну это Бензема. Это просто Бенземище. Блин, держать, держать, ребята. Посмотрите, как Бензема прекрасно открылся. Но это еще один финес. И это... Nope. Мостовой. Можешь ли ты сделать навес? На Бензема. Ну, что это?
что это просто проходит пас, и это пустые ворота, все. Ну это, короче, полный мостовой.